Ahoj všichni, привет всем. Сегодня с вами Клара, ну, Пражский образовательный центр, но я сегодня не одна. У нас гость. Всем привет, я Глеб, и я приехал на 2 недели в Пражский образовательный центр учить английский. И сегодня я буду угадывать чешские слова. Именно как... части тела. Да. Как тебе нравится в Праге? Все классно. Все? Я тут... Ну да, все. Не, ну я скоро уезжаю, но город мне очень понравился. Давай начнем с того, что не так сложно. Слушай, это слово звучит как бы похоже на русский. Угу. Голова. Голова. Ну, супер. Ну, прям. Ну, все, я мегамозг. А вот знаешь, в разговорном чешском можно даже сказать шишка. Это то же самое, как голова. Угу. Но просто так только говорится. Или бедна. 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 Шишка. А бедна также телевизор, если так скажем. Голова и телевизор. Прикольно. Идем дальше. Нос. Нос. Но сложно, да? Уши? Ну, даже не знаю, наверное, подбородок. А, да. Очи. Наверное, глаза. Нет? Какой умный, да? Давай кулак. Кулак. Но кулак как на чешском? Пис. Нет, пис. Пис. Существует. Но это совсем что-то другое. Ага. Не знаю даже, как на русском сказать. Но это пест. 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 Он посмотрел на нее. Ну да. Но неправильно прочитал. Это пест, не пис. Но я-то не знаю, как читать на чешском. Ну, супер, хорошо. А вот если мы... Пест, вот это? Запястье. Запястье. О, так вот почему кулак но, за, пест. Но пест, поэтому, потому что запястье. Запястье. А, ну это хоть логика есть какая-то. А у нас в русском запястье, но кулак. А тут? Логики нет, а в чешском есть. Как будет лучше? Длань. Длань. А, ну вот, видите, я уже все знаю. Ну, а сейчас самое сложное будет, если проговорить про... Вот это, как называются вот все эти? Пальцы. Пальцы. А знаешь, что такое палец на чешском? Вот это только вот этот, uh-huh. большой палец. Ага. Это называется палец. Uh-huh. А вот все пальцы, это прсты. Прсты. Uh-huh. А я угадывать буду? Будешь? Ага. Но еще мне сейчас в голову пришло, что существует такая скороговорка uh-huh. с прстом именно и с шею. Шея у нас крк. Крк. Ага. Сложно для русских, я знаю. А существует стрч, прст, скрс, крк. А буквально значит, что вот сунуть палец через шею. Ни одной гласной нету. А, это вот это самое известное. Да, да. Сложно? Да. Но попробуй ага. вот вместе со мной, да? Стрч. Стрч. Прст. Прст. Скрс. Скрс. Крк. Крк. Стрч. Стрч. Прст. Крк. Давай, бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа, была тупа. А вот я 4 слова, а у меня вот это такое куча слов. Правильно. Вот так звучит. А идем конкретные пальцы. Вот этот палец. Угу. Как это называется на русском? Указательный. Указательный, а на чешском указовачек. Указывачек. Также ага. от слова указать. Как показывать. Он показывает. Вот этот? Угу. Он в середине. Средний у вас. Средний. Ну а да. у нас простредничек. Ага. А вот этот, интересно, у вас как... Безымянный, да? Безымянный, да. Ну а у нас имя имеет, так как он называется перстеничек. Потому что перстен – это кольцо. Ага. А на левой руке всегда бывает кольцо. Ага. У девушек или у мальчиков, когда ну... У мужчин, женщин, когда уже вышли замуж или они женаты. Так. Ну, этот самый последний маленький. Ну, мизинец. Ага. А у нас маличек. Маличек. Ну, покажи, как считают в России. Раз, два, три, четыре, пять. А мы считаем просто наоборот, так? Раз, два, три, четыре, пять.
А мне удобно вот так. Я так, я так считаю. А знаешь, мне еще так удобно. Так вот. Вот так. Вот. Ну, различай. Вот. А, загибать. Раз, два, так. Три, четыре, пять. А я вот разгибу. А как разгибать? А, ну вот так. Нет. Стоп, стоп. Объясните. Начинаешь вот так. Ага. Не так, а так. Да я понимаю. Мы как... Как у нас вот так. Вот так. А у нас два, так. Три, четыре, пять. А у них раз, не. Раз, два, три, четыре. Да, супер. Не, ну я и так делаю. Три. А по-чешски. Вот, а по-чешски. Вот так. Так. Как фиксики делают. Фиксики? Да. Ага. Знаешь, как сказать живот на чешском? Живот? Угу. Да? Да? Нет? 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 А покажи, где у тебя живот. Так. А если на чешском скажешь живот, это жизнь. А, прикольно. А на чешском живот это брюхо. 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 А, как брюхо у этого. Угу. У кого брюхо? А знаешь, что такое пупек? Пупек это пупок. Нет, это также. Брюхо, можно так сказать. Ага. Если большое, можно сказать как пупек. Пупек, прикольно. Или у пожилых людей, также когда у них такое живот, можно также сказать, но так уже немножко устарелое слово пандеро. Так говорила всегда моя бабушка. Пандеро. А вот интересно то, что всем мальчикам интересно, как говорить просто грудь на чешском. Никогда не задумывался. Но пока не задумывается. Как будет? Но если это грудь, можно даже сказать грудь. Но ага. Если у женщины грудь, это прса. Покажи, где у тебя задек. Что? Задек. Ну вот тут. Не. Задек? Задек. Mm-mm. На свой прса. Ниже. Ну, прикольно, задница. А еще скажешь, как разговорно? Прдел. Прдел? Прдел. Это тоже задек, но разговор. А, прикольно. А если прдел. Ты скажешь, то си делаешь прдел, значит, ты шутишь. Ты с ума сошел, вот это так. Делаешь си прдел. Был задек и сейчас зада. 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 Та же где-то взаду. Ну, это, наверное, одна из... Нет, ты на. Ну вот, я угадал. Ага, ага. Супер. Почти. Шпичка. Шпичка. Что это? А, рука, наверное. Нет. Нога. Нет. Ниже, ниже. М-м, вот это. Шпичка. А, палец? Нет, шпичка. Вот это... А, ступня, да? Носок. Носок. Что такое печень? Якра. Что такое якра? Я. А, это печень. Это печень. Да. Так, а что такое? Толстая кишка. То будет толстая с чего? Правильно? Наш. Ну и еще щека. Щека. Тваш. А, так и будет, реально? Тваш. А, тваш. Легкие. Плица. Ну, я знал, что нужно. Кадык. Ну, так вот, такое не знаю. Кадык. Блин, почкай. Желудок. Покажи, где кадык. Кадык где? А вот... Не внутри? На себе покажи. А, есть? Вот это? Яснее. А у меня есть кадык уже? А, реально, вот. Что такое ягодица? Вот это здесь, ледвина? Не? Не. Не? Почкай, та же ягодица е? Да. Часть задницы. Гижде. Ано, гижде. Так, а что такое плечо? Рамено. Ну это же тоже плечо. Ну вот это все также плечо. Ой, это локоть. Что такое локоть? Ну то и локоть. Икроножная мышца. Что же? Мышца это свал. А икроножная? А я также почти все угадала, но... Ну и где икроножная мышца? Икроножная? Ну не знаю, где? Плитка. Ага. Да. 1-0, ну все. А-а-а. Пойдемте. Все, я выиграл. Ключица. Ключица. Как бы это главное, ключников. Да. Сейчас я.
Голень. Ну вот это же голень, кажется. Русском почти то же самое. Так. Голеностоп. Голеностоп? Вот одно слово? Да. Я его ломал, кстати. Да? Да. Котник. А знаешь, что такое ходидло? Хунигло? Ходидло. Ну, ступня. Да? Молодец. Я этот, как его? Полиглот. Вот. Все. Коленная чашечка. Ну, вот это здесь. Чашка. Да. Что такое обочий? Обочи? Обочий. Угу. Что такое обочи? Никто не знает, да? А, брови. Подсказал. Что такое аппендицит? Латинского, английского аппендикс. Я не знал. У нас совсем по-другому. Слепое стремо. Щитовидная... Правильно я говорю? Щитовидная железа. Ты должен знать. Я сам не знаю, что это. Щитовидная железа. Это тебе... Ну, я примерно представляю, но я не знаю, где это находится. Ну, это будет где-то внутри, да? Наверное, да. Наверное. Я знаю, что это внутри. Щитная железа. Není to štítná žláza? Asi ne. Jo? Štítná žláza. Řasy. Pětka. A vot to neznám, co to je. A, věky. Morgaj. Věky net. To je víčko. A řasy? Morgaj. Zračok. Glas. No, glas net. Моргать это вот так делать, да? Да. Ну, а вот это как? Ну, века, я же говорю. Нет, это не века. А, ресницы. Ну, так. А поэтому существует жасенька. Вот это то, что девушки имеют для красных жас. Язык. Это язык. Блин. Губы. Рты. Да, блин. А знаешь, такая пуса? Нет. Вот это губы. А, вот можешь сказать рты, а то целое это пуса. Mm. Или можешь ты дать некому пусу, вот поцеловать кого-то. Правильно. А кто выиграл? Конечно же, выиграла дружба. Конечно, да. Ну, спасибо тебе. Приятно было. А прощаться на чешском умеешь? До свидания. Также, чао, а зase příště. Ahoj, takže možná. Ahoj. U nás ahoj i čau možná v načále i v konci. Ahoj. Čau. Čau všem. Da. A ставьте лайки, не будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, не пропускайте видео, комментируйте и а так далее, все будет а так окей. Далее.